Приветствую вас, друзья! Геральт зарегистрировался на турнир и сейчас направляется на стрельбище. Да не покинет его удача, да не дрогнет его рука, да и вообще всякие такие вещи. Собачьи носы! Налетай, пока горячие! Собачьи носы! Ах, давай, Геральт! Может, в этом году опять кого-нибудь застрелит после чего? Ой, кто тут? Пальмерин, что ли, сидит? А, твою мать. Геральт, что в меня? Ты решил стать странствующим рыцарем? Точно, Пальмерин. Шутки в сторону, я тут работаю. Тоже будешь биться? Еще бы. Сейчас буду стрелять против Райнфарна из Аттра. Видел его минуту назад. Страшно занят. Набивает себе нос Фиштыхом. Вроде как, чтоб сосредоточиться. Это, наверное, не по правилам. Кто Нильфгаардцу запретит? Да, послушай, да. Хочу тебе кое-что сказать. На состязаниях в стрельбе твой поединок попадает на такое время, что солнце будет светить в глаза. Да мне без разницы. Ну, приятного в этом мало. Раз уж тебе все равно ждать, сыграй со мной в гвинт. Выиграешь, я с тобой поменяюсь. Я южанин, солнце мне не помешает. А у Геральта есть солнечные очки. Не сейчас. Спасибо. Может, в другой раз. Ух, Геральт. Ну, ты лишил меня забавы. Ну, да. Хоть будет мне на что посмотреть. Думаю, сейчас уже появится госпожа Вивьена. Так. Тут весьма все... охренительно. И волнительно, и сложно. Можно вылететь прямо в первом этом. Здесь привет, игра на вылет идет. Благородные рыцари. Мне выпало. Раз проиграл, и все. Стать покровительницей турнира. Сражайтесь достойно, дабы я могла почтить одного из вас наивысшей наградой. Вы принесли торжественную клятву, укрепили свое тело и дух. И вот настал час выйти на арену. Гильем, болей за ведьмака, кричи, ура, твою мать! Перед вами Хорм Акерспар, принц Мехта, брат его императорского величества и первостатейный смельчак. Он выбирает своей целью только голубые щиты. Не любит против голубых. Против него новый участник, неизвестный прежде, Радикс из Черторога. Поприветствуйте нас. Зачесалось. Его целью будут только красные щиты. Не любит пусть красных. Победит хотя лучший. Сам красный. Пусть победит ведьмак. Лучший. Блин, ну поехали. Половину всех целей рыцарь Радикс в стрельбе поражает. Суждено ли ему выиграть, или, как многие, он проиграет? Радикс из Черторога вы... Ну что? Ну что? Радикс из Черторога. Кто же знает его, но меткой своей стрельбой он ох. Добился всего. О, молодец, Геральт! Особенно я! О, у меня чуть сердце не выскочило. А, все сделали правильно. Смотри, даже нам арбалет такой с гербом. Вот награды, рыцарь. Арбалет с твоим гербом. Поздравляю. Благодарю, госпожа. А вначале мы чуть задержались. Я думал, не успеем, но успели. О, ну ладно, поехали дальше. Ух. У меня сильно дрожит медальон, а это означает одно – магию. У меня тоже, Геральт, руки дрожат после этой стрельбы. Все дело в духах. Их дело а тот занюхает пыльцу, сывы!
Нильгардец. Он, наверное, как этот, как норвежские лыжники. У него астма. Вот точно. Да. Нильгардцам допинг-контроль не страшен. Только ведьмакам. Я знал, какой шатер занимает госпожа Вивьена. Может, найдешь там какие-то следы? Ты прав, на Вивьене лежит какое-то проклятие. Только правильно всегда гоняют. Когда она открывала. А негодяи всегда... Значит, не будем терять время. Без очереди пойдем. Проходят. Пойдем, Геральт, пойдем. Вперед, вперед, пошли. Да, идем. Ни секунды покоя. Ни секунды покоя. Ни секунды покоя. Мы с Гильомом идем. Вот ее шатер. Загляни внутрь, а если кто-то может, что-то найдем. Да, за ухой у собой. Ага. За ухой, за ухой. О, Вивианна. Глаза твои. Явные следы когтей, не знаю, кто их оставил, но кто-то очень крупный. Нихера себе тирануло. Баночка маскирующей мази. Здесь очень сильная магия. Да, здесь что? Ну ладно, ничего не берем. Платье. Одежда исключительно темно-зеленая и золотая. Видно, не только йен помешана на цветах. Да-да-да-да-да, у каждого есть свой пунтик. Так, что тут мы смотрим? Наизанская соль. Из нее делают компрессы. Кто-то идет. Быстрее! Ты должен был заухать. Позже поговорим. Идем скорее на турнир. Второй этап уже начинается. Господа, чего вы ищете в шатре дамы? Вдохновение? А ну пошли вон отсюда! Это точно. Что вы там делали? Мы по вопросам турнира. Ничего особенного. Ну что ж, стрельбу ведьмак выиграл. А вот как там дальше будет, посмотрим мы, посмотрим. Сохранимся и дальше пойдем. Ведьмак, давай. Ах, цвет рыцарства. Да, и да, 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 да. Конечно, дай конечно. Ну что, Геральт, давай выступим. Вон плотва нас ждет. Не опозорим ведьмачий щит и меч. Благородные дамы. К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый. Из дальних краев все с великой охотой. Прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы годами. Пальмерин, барон Лонфаля. Пальмерин. Из Метины. А, я знаю, узнаю этот доспех. И Сатре. А, нанюхался уже. Макерспарк из Мехта. Данимир из Труа. О, этот здоровый, риданский парни, что ли. Ги де Буа Фресне, рыцарь княгини Анриетты. Ги де Мапасан. Эвин из Крижо. Из Корежополя? Из Дорндаля. О, с красной розочкой? Принц Лирии и Ривии. Равикс из Черторога. Да, да, вот он такой, Равикс. Аплодисменты Грегуару де Гаргон. Ух ты, херася. Учащий рыцарь, чемпион прошлого года. Охренеть. Дабы подтвердить свой триумф. Он тоже хорошо кашу в детстве ел. Офигеть.
Да, может быть, Геральт, может быть, лучше проиграть все сейчас на скачках. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Равикс из Черторога? Так значит? Меня не проведешь. А ты-то кто? Я до сих пор ношу след от встречи с твоим клинком. С розочкой? Что, не помнишь меня? Я Тайлис из Дорндаля. И я клянусь, до конца турнира я добавлю очередной шрам в коллекцию на твоей паскудной морде. Ты закончил? Тогда отойди. Ты мне мешаешь. Конечно, закрываешь. Вот королева турнира жопу лошади. Что вдохновит вас на бой непременно. Грустная. Привет такая. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире и только на нем. Ваш час настал. Пришпорьте скакуна, но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Ой, ядрен батон! И их кавалеры. Туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Ну, Геральт! Черторога выезжает на бой. Блестит на солнце клинок золотой. Да, поэт ты наш, твою ж мать. Ну давай, 5, 4, 3, 2, 1. Геральт вперед, погнал, погнал давай. Так, вот здесь вот спокойно несемся. Отлично, мы вроде сшибли. Не попали, Геральт, блин, мы не попали, твою мать, давай. Если мы сейчас не собьем ни хера, то нам конец. Давай, давай, давай. А-а-а! Твою же ж дивизию, мать! Да, тут. Есть, отлично. Геральт, еще есть шансы. Отлично, давай, давай. Отлично. Давай, 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 давай. Вперед, там собьем, еще можем выиграть. Геральт, давай. Козы в сторону, твою мать. Геральт летит. Давай, давай, лошадка. Ай, Геральт, давай. Отлично. Давай, давай. Мастер, давай, давай. Не ищете ли подмастерье? Давай, давай, Геральт. Чудовище, дикие коты, проходимцы. Давай, 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 еще чуть. Блин, Геральт, мы пропустили статую. Справится ли он? Последим же. Давай, давай. К
среди прочих всаднику нет равных. Великолепная езда. Наездник приз добыл по праву, он настоящая звезда. Геральт, мы с тобой молодцы! Как я переживал! Ужас какой-то! И гостей угощаем. Я когда первый раз играл этот турнир, я 3 часа здесь пытался проскакать, чтобы выиграть. Твою мать! Поздравляю. Вот Геральт, мы с тобой молодцы. Большое спасибо. Охренеть. Разрыв сердца нам обеспечен. Выходил себе мужчина. Не знаешь, кто это мог быть? Понятия не имею. Мальчишество. Да ладно тебе там. Поздравляю с прекрасной победой. Это было невероятно. Я уже не жалею, что сам не смог участвовать. Почти. За это надо выпить. Идем на пир. Подождем Вивиенну вместе. Согласен. Пойдем, Геральт. Главное, что мы здесь выиграли уже два этапа. Осталось нам завалить кучу врагов с мечами и потом вон того переростка. И что скажешь о Вивиенне? Красота необычайная. Я не это имею в виду. Еще рано делать какие-то выводы. Я выяснил, что она использует сильные маскирующие иллюзии. Это значит, что на самом деле она может выглядеть совсем иначе? Это только домыслы. Вивиенна еще не скоро появится. Давай выпьем. Дружище, я же за рулем, так сказать. Другой раз. Не, на работе я не пью. У тебя упало. Я требую удовлетворения. Ты унизил меня во второй раз. Думаю, 2 раз тебя хватит. Ты отказываешься от поединка? Я покажу тебе, как обхожусь с трусами. Да, придется подраться, Геральт. Это не страшно, это не турнир. Если морду набьют, ничего страшного. Обидно будет, конечно, пострадает наша гордость. Но, может быть, мы сможем с ними состязаться нормально. Одного осталось добить. Ну, мы его делаем. Молодец, Геральт, молодец. И здесь ты на высоте. Ну, классно, супер. Отлично, отлично, Геральт. Я тебя, выродок. Нахер тебе. Случай у тебя уже был. Ты им не воспользовался, так что уходи. Мы еще встретимся, мутант. Да-да, Геральт мутант. Ну чё теперь? А ты мудак. Это гораздо хуже. Спустя какое-то время. Вечереет, да. О, тот унес Велена доспех от того мастера краснолюда. Радость, когда я наблюдаю этот прекрасный праздник доблести и чести. И вас, истинное воплощение рыцарских добродетелей. Однако часы сражений должны сменяться временем мира и покоя. Поэтому я приглашаю всех участников турнира на устроенный в вашу честь праздник. Если же кто из вас захочет уединения, для каждого приготовлен шатер. Завтра состоится общая битва, во время которой каждый сможет покрыть себя славой. Лучшему из вас выпадет честь сойтись в поединке с чемпионом.
со славным Грегуаром де Гаргон, победителем прошлогоднего турнира. Нихера себе, Гаргон! Геральт, ты там какой-то мелкий стал! Что ждет вас завтра? Геральт, надо было проиграть скачки. Ну, в принципе, ты еще можешь погибнуть в бою на мечах. А может и нет. Да, Грегуар, нихера себе, Грегуар. Ну, ничего, Геральт, ты не таких кастрировал. Как всегда, вырезаешь. Иди аккуратно, чисто. Встретимся в твоем шатре. Прижигаешь факелом. Помоги ей. Ну что ж, продолжение истории Вивианны и турнира в следующей серии. Ненадолго с вами прощаемся.